Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ТУВА-24. О самых главных событиях этого дня расскажу я, Александра Тур. Сегодня в выпуске. Какая эпидситуация по заболеваемости ОРВИ в Туве на сегодняшний день? В республике завершается строительство квартир для детей-сирот. Кызыльским студентам провели экскурсию по штрафстоянке. И расскажем о конкурсе названия «Лучший государственный гражданский служащий Тувы». По информации регионального управления Роспотребнадзора, эпидситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории республики спокойная, на уровне предыдущей недели, не превышает пороговых значений. Показатель заболеваемости 8,5 на 10 тысяч населения ниже эпидпорога на 80,9%. Незначительное увеличение темпа прироста за прошлую неделю было отмечено по всем возрастам, кроме детей от 7 до 14 лет, где отмечено снижение заболеваемости на 54% и зарегистрировано 27 случаев. Еженедельным эпидмониторингом установлена циркуляция негриппозных вирусов. На сегодня имеющийся весь объем вакцины использован. Прививку от сезонного вирусного гриппа получили около 152 тысяч человек. В ноябре ожидается поступление более 44 тысяч доз вакцины и будет продолжена прививка жителей от сезонного вирусного гриппа. Прохождение флюорографии не только процедура, помогающая выявить патологию легких на ранних стадиях, но и долг ответственного гражданина. Как часто необходимо проводить обследование и какой категории граждан, узнавала наша съемочная группа. Цель флюорографии – целенаправленное массовое обследование населения, выявляющее скрыто протекающие заболевания легких – туберкулез, пневмония, неспецифические воспалительные заболевания и опухоли легких. Это не весь список болезней. Поэтому особенно важно самостоятельно проходить обследование грудной клетки. Флюорографию нужно проходить один раз в год. Это всем гражданам Российской Федерации. У нас, так как взрослое население прикрепленное, у нас проходят пациенты с 18 лет. Для прохождения флюорографии вам необходимо прикрепиться к поликлинике по месту проживания, взять с собой страховой полис и паспорт. Без предварительной записи бесплатно можно проверить свое здоровье. Бытует мнение, что облучение от аппарата вредит организму и зачастую население это отпугивает. Мы выяснили, миф это на самом деле или правда. Все цифровые аппараты, облучение почти что равно к нулю. То есть никакой вредности нет. Один раз в год – это нормально. Даже два раза в год никакого облучения у вас не будет. За этой поликлиникой закреплено около 60 тысяч человек. Из них всего 20 тысяч прошли обследование за 10 месяцев. У 10 выявили туберкулез. По мнению специалистов, для существенного изменения ситуации с заболеваемостью и смертностью от туберкулеза у нас в регионе, необходимо ежегодно каждому проходить флюорографию и придерживаться личной гигиены. Арлана Байду, Буян Кулар, Ангыр Кужуге, телеканал ТУВА-24. В Туве ожидается завершение строительства квартир для детей-сирот. Об этом сообщили в Министерстве строительства и Минобразования Тувы. Планируется передача 186 жилых помещений, 100 из которых в Кызыле. Подробности далее. Сегодня в Туве построено 93 жилых помещений для детей-сирот. Большая часть из них уже оформлена и передана в республиканскую собственность для дальнейшей передачи ее по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Из федерального бюджета выделены финансовые средства на 79 помещений. Оставшиеся 14 помещений из этого финансируются из республиканского бюджета. Также республиканским бюджетом нашей республики еще финансируются незаконченные помещения прошлых лет. Все дома строятся из современных материалов согласно строительным нормам. В городах дома оборудованы септиками и скважинами, а в сельских местностях только скважины. Это все помещения, кроме 19 помещений, это у нас город Кызыл, 19. А остальные все это помещения в республике, по всей республике. В каждом из наших районов, Кажунов, есть по 2-3 помещения, которые были построены в рамках поддержки детей-сирот для них. Как отметили в Министерстве образования Тувы, в республике более 4,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение жилья.
2023 году планировалось передать 186 жилых помещений детям-сиротам, и в настоящее время уже заключили договор найма с 94 с детьми-сиротами. 92 жилых помещений, они сейчас передаются в государственную собственность, оформляются на оперативное управление Министерства образования. И как только они будут переданы, мы заключим договора найма. Напомним, в прошлом году жильем обеспечили 231 человека из числа детей-сирот. Чтобы ускорить процесс, власти региона ввели дополнительную меру социальной поддержки – жилищный сертификат, который получатель вправе потратить на самостоятельную покупку недвижимости. Об этом сказано на официальном сайте правительства Тувы от 10 ноября текущего года. Величина жилищного сертификата сегодня составляет 1 700 000 рублей, причем сумма остается фиксированной вне зависимости от того, где планируется к покупке жилье – Кызыле или другом муниципальном образовании республики. Ранее, напомним, сумма сертификата для сельской местности не превышала 1 миллиона рублей. Кроме того, теперь эта мера поддержки может быть реализована и в отношении жилья, находящегося за пределами республики, что ранее не представлялось возможным. По данным Минобра, этой меры воспользовались уже 63 человека. Для ее реализации из республиканского бюджета выделили более 82 миллионов рублей. Инна Клаянчи, Хандангак, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24. В Туве идет активность строительства мостов. Так, в этом году были отремонтированы 7 сооружений. Всем известно, что мосты зачастую повреждаются из-за паводков. Министр дорожно-транспортного комплекса Тувы отметил, что в регионе мостов, которые подвержены разрушению и размытию, все меньше. Конечно же, какую-то часть пришлось выполнять работу по паводковой ситуации. У нас ежегодно отмечается снижение таких участков, которые подвержены к размытию, так сказать. Ранее у нас было там порядка 27 таких участков, сегодня у нас насчитывается около 16. Там, конечно же, нужны капитальные средства, мероприятия серьезные, но при этом путем, допустим, уширения, удлинения мостового перехода, увеличение числа пролетных частей, удлинение, так сказать, чтобы поток воды больше мог пропускать вперед паводковой ситуации, увеличение поднятия уровня земляного полотна. Такими моментами, мероприятиями нам все-таки удается ликвидировать этот участок из зоны риска по паводку, поэтому и такая работа у нас ведется и будет тоже продолжена. Кызыльским студентам провели показательную экскурсию по автомобильной штрафплощадке. Там собраны авто после страшных аварий. Таким образом, будущим водителям пытаются на реальных примерах объяснить, чем может обернуться привычка рисковать на дороге. Инна Клаян вместе со студентами побывала на экскурсии. За этой машиной хозяин уже не вернется. Он погиб, когда выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим авто, чем повлек смерть почти всех пассажиров. Водитель несет полную ответственность за всех участников дорожного движения. Именно это пытается донести сотрудник ГИБДД до студентов на показательной экскурсии по спецплощадке. Скончался на месте. Вот это транспортное средство, наверное, здесь стоит более, наверное, 3-4 лет. Из-за того, что уголовное дело возбуждено. Видите, да, повреждение? Выжить в таких ситуациях невозможно. Как рассказал дорожный полицейский, большинство владельцев данных машин не выжили. Поэтому все автомобили будут стоять здесь, пока не сгниют. Это кладбище авто сотрудники ГИБДД показывают будущим и действующим водителям. Я понял, что не надо садиться за руль пьяным и не надо нарушать знаки, правила. Лучше надо сначала отучиться на права и знать все правила дорожного движения, чтобы не допускать такие же ошибки. Да, я впервые в жизни сюда пришел и увидел страшные технические повреждения этих машин. И все это привело к тому, что водители в опьяническом состоянии ездили. И попадали в аварию, конечно. И вот к чему приводит. И всегда помнит о том, что тебя дома ждут близкие тебе люди.
Эти студенты учатся в Кызылском транспортном техникуме на специализации организации перевозок и управления на транспорте. Они, как никто другой, должны знать о последствиях опасной езды на дорогах. Сколько ни говори, что так нельзя, пока сам, наверное, не получится, не увидишь вы того, чего, ну, глазами. Причем инспектора дорожного движения им даже рассказывали, что там очень и крови много, и тогда, то есть это очень видно было все это, что там погибли очень много людей, и такие какие-то аварии, которые вот такие вот у нас как известные, да, в Туве, вот эти аварии, им статистику рассказали. Я думаю, вот эти вот группы, они не будут нарушать. Инспекторы каждый раз призывают водителей быть осторожными. Ведь когда человек едет не один в машине, он ставит под угрозу жизни всех пассажиров. Им очень интересно, как у нас, какие последствия происходят за ДТП. Они прям посмотрели, удивились, что из-за чего у нас бывает люди погибают. Из-за того, что люди не пристегиваются ремням безопасности. А также состояние алкогольного опьянения водителя бывает. Обучающиеся своими глазами увидели весь ужас пренебрежения правилами дорожного движения. Характер повреждений красноречиво говорит о том, чем заканчиваются дорожные аварии для водителей и пассажиров. Когда мы показываем, да, проводим такие занятия с учащимися, со студентами, у них мировоззрение, может, они повлияют, вот такие транспортные средства, которые вот повреждены, да, из-за того, что лобовое столкновение, может, опрокидывание, люди осознают потом, она не нарушает правила дорожного движения. В итоге они намного становятся дисциплинированными на дорогах. В сети ежедневно публикуют кадры страшных аварий. По республике только за 10 месяцев этого года зафиксировано 430 ДТП, в которых погибли 102 человека и 594 получили ранения различной степени тяжести. Но инспекторы говорят, что зачастую люди начинают ездить аккуратнее, только когда беда коснется их самих. Подобные экскурсии проводятся в Туве на регулярной основе. Инна Клоян, Буяна Юн, Софья Сая, телеканал «Тува-24». На территории республики с 6 по 11 ноября зарегистрировано 33 ДТП. Из них два с пострадавшими, в которых погиб один человек и четверо человек получили ранения. В этот период задержано 46 водителей в состоянии опьянения, а также 103 человека, не имеющих права управления транспортным средством. Как же уменьшить количество аварий? За ответом мы обратились к камбиламе республики Сергею Кусарыглару. Во-первых, это первая основа, да, можно сказать, это знание правил дорожного движения. Второе – это соблюдение этой правды дорожного движения. И третье – это что должно быть. Самое главное – это бдительность на дороге. ДТП, которые ужасающие, да, это очень жалко, что иногда вот бывает, что исходом, да, вот потерей, да, вот именно вот людей. Это очень страшно. В основном такие ДТП, транспортные происшествия, вот такие ужасающие, да, транспортные происшествия происходят от вины алкоголя. От вины водитель, который употреблявший алкоголь, уже сесть за руль автомобиля. Это прямой путь к смерти. В любом ситуации человек должен оставаться человеком. В Кызыле автомобильные дороги и улицы города начали очищать от снега и снежного вала. Противогололедными материалами автомобильной дороги большинство улиц еще не обработаны. Но сотрудники МУП благоустройства уже приступили к работе по очистке снега в столице. Снегоуборочные работы в Кызыле начались в конце октября. Специалисты выходят на дорогу не только с лопатами, но и с тяжелой техникой. Сегодня по всему городу коммунальщики устраняют снежные валы на тротуарах. Ежедневно для уборки городских улиц от снега выезжает больше 30 единиц техники. Из них 12 единиц выезжает с вечера с 10:00 часов и работает до 8 часов.
Это дорожные коммутированные машины и два единиц автогрейдера. И с 4:00 часов выезжает также на линию 3 единиц МДЗ подметальных и 4 пескоразбрасывателя и на погрузке там эскалатор. Для очистки городских улиц от снега выезжают 5 единиц самосвалов и 6 единиц автотехники. Сразу после снегопада, вне зависимости от времени суток, на линию выпускают комбинированные дорожные машины. В МО «Благоустройство» работаю уже 21 год. Трудимся, не покладая рук и в жару, и в холод. Держим порядок и чистоту в городе. Вопрос по уборке снега всегда актуален для козельчан. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы поинтересоваться у горожан, хорошо ли, на их взгляд, чистят дороги и тротуары от снега. Нет. Ну, потому что видно, что только снег прошел, как бы служба не сразу оперативно работает. Вроде бы ничего, хорошо. Хорошо чистим снег. Хоронин, а что ты расстроил кидруру? Окей, здесь устаражил, так вам такая кидрушут. В городе очень хорошо чистят снег. Надо продолжать в том же темпе, потому что в этом году обещали много осадков. А так хорошо чистят. Молодцы. К очистке снега по всему городу привлечено более 30 единиц техники. Работа в этом направлении продолжается. Айдана Сенденме, Буян Мангуш, Ангар Тюлюш, телеканал Тува-24. Администрация главы Тувы и аппаратом правительства впервые был проведен конкурс на звание «Лучший государственный гражданский служащий Тувы». О целях проведения мероприятия и о том, кто стал победителем, смотрите в материале далее. В Туве конкурс за звание лучшего государственного гражданского служащего был проведен с июля по октябрь этого года. Основная цель – повышение престижа государственной гражданской службы, построение эффективной системы стимулирования, а также поддержка тех, кто достиг высоких результатов в своей профессиональной служебной деятельности. Данное мероприятие организовано в рамках государственной программы развития государственной гражданской службы Республики Тува на 2023-2028 годы. По результатам конкурсных испытаний третьего места в конкурсе достойно заместитель начальника управления избирательной комиссии Тувы Дозура Шулу. Дипломы вручил глава Тувы Владислав Ховалых. Каким образом я могу улучшить развитие нашей республики? На третьем мощном этапе участники, это 16 человек, выступили перед комиссией на эту тему. Второе место заняла заместитель начальника отдела аппарата Верховного Хурала Республики Аяш Конгар. Что мне запомнилось, это третий этап, когда нужно было в контексте своих должностных обязанностей объяснить, чем я могу помочь развитию республики. Мое предложение, во-первых, это разработка проекта закона о внесении изменений в закон о государственных наградах, чтобы повысить уровень данных профессий, как строители, как работник жилищно-коммунального хозяйства. Я, конечно, делала упор на новую программу, 2% ипотеку, которая введена на территории республики. Я оказываю, самое главное, бесплатную юридическую помощь людям. И победителем стал начальник государственно-правового управления аппарата Верховного Хурала Тувы Аржан Кулар. Аржан Геннадьевич в Верховном Хурале работает с 2015 года. В данной должности начальник управления работаю третий год. По своей инициативе заявился на конкурс «Лучший гражданский служащий Республики Тува». Первый этап у всех был подача конкурсной документации, которая необходима в соответствии с положением была. Второй этап – тестирование на знание Конституции Российской Федерации, основных законов России, которые связаны с государственной службой. И третий и финальный этап – это конкурсное выступление перед членами жюри на определенную заданную тему. В конкурсе свои профессиональные качества представили 29 представителей от 8 органов исполнительной власти и 3 государственных органов Тувы. Айра Асад, Софья Сай, телеканал Тува-24. В пятницу в столицу республики прибыла делегация монастыря Дрипунт-Гоманг, что находится в Индии. Цели визита – возведение мандал одиночного Ямантаки, буддийские ритуалы, лекции, гадание МО и пульсовая диагностика. Нашей съемочной группе удалось побывать на молебне о долголетии его святейшества Далай-ламы и лицезреть за созданием мандалы Ямантаки. Официальная делегация монастыря Дрипунт-Гоманг состоит из 5 монахов высокого уровня и званий и 1 доктора, специалиста в области традиционной медицины. Цель визита – проведение ритуальных обрядов, освящение мест и объяснение учений Будды. Создание мандалы – это кропотливый и тяжелый труд, требующий большого количества времени. Ямантаки планируют закончить к четвергу следующей недели.
Когда вот монахи возводят эту мандалу, строят, и основной смысл – это обитель божеств, получается. Это в высших мирах и в святых мирах. Это то место, где обитают вот эти святые божества. Получается, что мандала олицетворяет обитель божеств. Если посмотреть с другого ракурса, то она будет похожа на дворец, и в нем восседают различные божества. И когда монахи возводят этот сакральный символ и читают молитвы, считается, что высшие силы спускаются в наш мир. Тем самым у людей появляется возможность сблизиться с божествами и получить их благословение. Я сегодня впервые посетила новый храм Тюбтен Шедруплинг, и мне очень повезло побывать на молебне и наблюдать за созданием мандалы Ямантаки. Я очень благодарна нашим учителям-монахам за их работу. Желаю всем жителям Тувы крепкого здоровья и счастья. Делегация пробудет в республике до конца ноября. После возведения мандалы в Кызыле 17 числа монахи из Индии планируют посетить Тесхемский, Эрзинский, Зунхемчикский, Авюрский и Батайинский районы. Берген Уюн, Буян Уюн, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. В Шагонаре прошла акция «Мирное небо детям». Мероприятие посвящено светлой памяти военнослужащего, героически погибшего при исполнении воинского долга, посмертно награжденного орденом мужества РС Мангуша. На площади Славы собрались все те, кто пришел почтить память своего земляка РС Мангуша. Он, как и все участники военной операции, мечтал вернуться к своим детям, к своей семье. Но, к сожалению, боец погиб при исполнении воинского долга. Добавим, что РС Мангуш был одним из двойняшек. Ведь ни для кого не секрет, что у близнецов существует особая связь. И поэтому, чтобы поддержать его семью, пришли близнецы с городской школы. А здесь их порядка 20 пар. В честь светлой памяти военнослужащего состоялась церемония разрезания красной лентой, открытие флагштоков российского триколора. Колористика государственного флага несет особое смысловое значение. Белый цвет означает свободу, благородство, мир. Синий – цвет веры и духовности. Красный символизирует державность, которая во все времена была присуща российскому государству и тувинскому народу. Отметим, что главным инициатором акции является мама погибшего. Это тоже мое желание, чтобы это главная площадь города. И нынче, в этом году, городу юбилей 135 лет и Кожуну 100 лет. И чтобы оставить какую-то память о сыне, сделали флагшток, ряд флагштоков, для чтобы городу это было красиво, и площадь имела такой статус, чтобы триколор всегда на площади было. В организации акции принимали участие коллеги РС Мангуша, районная администрация, знакомые, друзья. Но самый большой свой вклад внесли его родственники. Очень рада, что вот так вот провели день памяти, можно сказать, нашему брату. Очень рада, что Кожуна администрация вот так помогла, и коллеги как тоже устанавливать флагштоки, все это организовать. И нашим деткам тоже очень большое спасибо, что они, несмотря на такой морозный день, хотя и солнечный, с другой стороны, очень рады. Одно из тоже замечательное такое мероприятие, как парад
двойняшек, близнецов, которых тоже невозможно отличить друг от друга. Вы сейчас смотрели. И среди них отрадно очень много детей, участников специальной военной операции. Мы должны нести, знать, достойно хранить память о них. Участники акции в честь светлой памяти героя земляка запустили в небо шары и воздушные фонари. Инна Клаянчай, Хандангак, Софья Сая, телеканал Тува-24, Улухемский район. В каждом регионе проходит акция «Мы – граждане России». Ее запустило молодежное движение «Первых». Это шаг во взрослую жизнь под исполнение гимна и поднятие флага, а также клятва на верность Родине. Паспорт – главный документ гражданина России. Все россияне, достигшие 14 лет, обязаны получить его. День получения паспорта особенный. Начинается переход из детства во взрослую жизнь. В связи с получением паспорта, надеюсь, что у вас повысится ответственность. Вы уже самостоятельные личности. В торжественной обстановке 10 школьникам Шагонара паспорта вручили сотрудники администрации. Сегодня очень особенный день. Я получила свой основной документ, паспорт Российской Федерации. Я этому очень рада. Еще мне это дали бонусом, обложку и значок первых. Вручение 14-летним школьникам первых паспортов в торжественной обстановке в нашей стране уже давно стало доброй традицией. Ребят пришли поддержать не только родители, но и весь класс. Я уже рад, что получил свой паспорт 14 лет. Я уже являюсь как бы взрослым человеком. В целом я рада, что получила паспорт. И с получением паспорта появляется большая ответственность за свои поведения, и в целом мы уже считаемся взрослыми. Организаторы уверены, что первое получение главного личного документа должно быть настоящим событием для любого подростка. Поэтому масштабы акции с каждым годом будут расти. Получением паспорта юные граждане могут принимать активное участие в общественных делах, участвовать в различных голосованиях. Они берут на себя ответственность. И я призываю всех граждан, юных граждан Российской Федерации участвовать в различных мероприятиях. После церемонии награждения ребята дружно произнесли клятву гражданина Российской Федерации. Инна Клаянчай, Хандангак, Ангарчулюш, телеканал Тува-24, Улухемский район. Это были все новости к данному часу. Я, Александра Тур, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.